Фора Олеся, дизайнер хомстейджинга, ваш дизайнер астрологии дома. Итак, сторона юго-запад. Мы с вами продолжаем тему астрологии дома на примере декора гостиной. И с применением науки Васту, науки о домоустройстве, которая 5000 лет, ее еще называют наукой для миллионеров. Есть такая шутка, вот если вы миллионер, вам не обязательно знать науку Васту, но если вы хотите стать миллиардером, тогда вы ее знать обязаны. Обращайтесь. Итак, сторона статуса, сторона реализации планов, сторона защиты рода. И назвали мы эту коллекцию «Кутюр рулит». А сейчас выбираем правильные ткани в стиле кутюр для юго-запада. Очень впечатляют коллекции, созданные кутюрье Dolce & Gabbana. В них много любви, в них много продуманной интересности, где каждая идея как отточенное современное искусство, которое призвано украшать человека. Идеальные пропорции, оттенки, приятные фактуры. Очень люблю их смотреть, и меня это вдохновляет. И одно из самых главных, мне очень нравится их юмор. В новой коллекции они как раз работают с темой «Короли». То есть с нашей темой статуса. Итак, смотрите, встречаем кутюр рулит. Your shoes are sick. Cause a scene.
классно. Как видите, у нас даже есть медные трубы. То, через что обязательно проходит статус. Мы проходим огонь, воду и медные трубы. Именно медные трубы самые желанные. И там больше всего пропадают. Как говорится, был-был человек и не стало. Друзья, от меня вам в настроении интерьера кутюр рулит чай масала. Такой же классный, интересный, такой же статусный чай масала. Очень вкусно. Там так много специй. Это просто какой-то фейерверк вкуса. Так выпьем же за то, чтобы медные трубы настолько мудрили. Да? Пусть это будет счастливый путь наверх. От дизайнера до кутюрье, от солдата до генерала, от учителя до министра. Спасибо всем, кто нас смотрит и участвует, и путешествует в этом мире декора, астрологии, дома вместе с нами. Сейчас мы с вами выходим на финишную прямую. У нас осталось всего буквально 3 планеты, которые влияют на домообустройство, на события и индивидуальности людей. Но впереди у нас еще будет очень много интересного. Жду ваших приглашений в гости. Обещаю подумать и разработать, как нарядить дом интересно и стильно, сохраняя в нем легкость, то, что сейчас ценится. Если говорить о моде, не называя какими-то стилями и новыми течениями интерьер, то, что сейчас хотят люди, это чтобы было много легкости и воздуха в интерьере, чтобы это настроение легкости их наполняло, потому что мир немного перегружен. А мы с вами помним, как сказал Уинстон Черчилль: First we change our houses, then they change us. Это означает, сначала мы меняем наш дом, потом дом меняет нас. Это наш путь. Следующая планета, которая строит нашу жизнь, это удивительная Прозерпина. Даже расскажу, где находится Прозерпина в моей натальной карте в астрологии. Рада, что вы были с нами. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, звоните, пишите в WhatsApp, обращайтесь за консультацией, почту. Сейчас вы ее тоже увидите. Мне очень приятно двигаться с вами дальше. С вами ваш дизайнер астрологии дома, Олеся. До новой встречи! А видите, еще дымочек идет. Mm-hmm.